Старинный и величественный Спасо-Преображенский храм в селе Покровское у юго-западной границы Одинцовского района – святыня русского православия в московском регионе. В 1899 году, почти на 40 лет настоятелем его, стал иерей Николай Соколов. С приходом советской власти отца-настоятеля несколько раз арестовывали, а в 1937-м расстреляли на полигоне в Бутове, после чего храм закрыли и разграбили. Во время войны храмовые стены пострадали от бомбежек. В дальнейшем здание значительно перестроено. По благословению владыки Ювеналия в 1992 году в Крымском началась приходская жизнь. Протоиерей Николай Соколов канонизирован Русской Православной Церковью как новомученик и исповедник российский. В 1995-м настоятелем Спасо-Преображенский храм назначен протоиерей Николай Бабин, который более 20 лет посвятил восстановлению порушенной святыни. Наконец, ранним утром 29 октября при большом стечении верующих происходит долгожданное. Чин великого освящения Спасо-Преображенского храма прибыл совершить митрополит Крутицкий Коломенский Минские ювеналии в сослужении епископа Серпуховского Романа. Ему сослужат благочины Одинцовского церковного округа, протоиерей Игорь Нагайцев и священники благочиния. Богослужение украшает великолепное звучание хора Георгиевского собора города Одинцова. Рядом со взрослыми голоса юных хористов многих храмов Одинцовского церковного округа. Царские врата скрывают момент освящения престола, но освящение стен храма прилюдное. Торжественное и долгожданное событие объединяет прихожан, положивших свои многолетние труды за возрождение святыни. Здесь гости, руководство администрации, благотворители, юные прихожане. И недостойные рабы Твоя, обновление празднующие, честного храма, во имя преображения Господня, иконы Божией Матери Знамени, святителя и чудотворца Николая. Почти все становятся причастниками на первой после великого освящения литургии в родном храме. Настоятель храма протоиерей Николай Бабин испытывает немалое волнение. Позади 20 лет кропотливого труда, и в память об этом дне преподносит владыке специально написанную икону новомучеников и исповедников одинцовских. Мне хочется поблагодарить всех этих людей, которые принимали участие в созидании этой святыни. Митрополит Ювеналий признается, что редко переживал столь глубокие эмоции, выражает признательность за труды архимандриту Нестору и вручает настоятелю и прихожанам храма на молитвенную память икону Спасителя на кресте. 16 века немногочисленное селение всегда имело храм Божий, и он был средоточием духовной жизни здесь. Медалью Московской епархии за усердное служение первой степени награждается протоиерей Николай Бабин. Медалью Московской епархии за жертвенные труды, а также благодарственной грамоты награждаются и благотворители Спасо-Преображенского храма. Это люди, отдавшие свои силы, талант, время и средства на восстановление оскверненной святыни. Лариса Борзунова пришла в этот храм 9 лет назад, будучи предпринимателем. У меня дочка болела. И мы подошли к батюшке. Мне сейчас очень трудно говорить. Вот. И батюшка просто поговорил с нами. И дочка мне сказала: мам, больше мы никуда не пойдем, мы останемся в этом храме. Хотя мы из Москвы. Лариса Белюкова много сил отдала восстановлению приходской жизни. А сегодня она учится на звонаря. Очень люблю храм, очень люблю батюшку. Протоиерея Николая, который очень много сделал. Во-первых, для храма, и для меня, конечно, прежде всего. Полюбоваться возрожденной святыней, ее убранством, узнать об уникальной жизни прихода легко, приехав в село Крымское. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания «Одинцова».